Всем доброго времени суток. Это вторая часть после моддинга корпуса, в которой будет сборка и тест в играх. Ссылка на первую часть будет в конечной заставке к этому выпуску. А в описании все ссылки на комплектующие, которые я использовал для этой сборки. В принципе, все сказал, и теперь можно начать. Итак, корпус узнали, а материнка от фирмы Asus P8H67MLX, где M это микро ATX на сокете 1155. Процессор Intel Pentium G860, двухъядерный процессор с частотой 3 ГГц и со встроенным графическим ядром. Боксовый кулер простой и дешевый, который справится с этим процессором без проблем. Оперативная память. Две планки по 2 ГБ с частотой 1600 МГц и сразу в двухканальном режиме. Видеокарта от NVIDIA GeForce GTX 450 на 1 ГБ. Думаю, все о ней знают, а на что она способна, узнаем далее. Жесткий диск от VD на 500 ГБ, стандартный винт и блок питания на 450 Вт, у которого по 12-вольтовой линии 332 Вт. И первая игра это World of Tanks, настройки на высоких и в среднем 60 с лишним FPS, с просадками до 50. Игра Warface, настройки на высоких и видим 50 кадров, просадками не меньше 40. GTA 5, настройки на минимальных и почему-то стабильные 30 кадров, без особых просадок и фризов. We'll be right back.
этом мой выпуск подошел к концу. Жду ваше мнение по этой сборке в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.